Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр и видео от Академии Счастья. Сегодня поговорим о доверии. Как доверять себе? На самом деле этот вопрос, он настолько важен для человека, что, наверное, я бы его поставил на первое место. Потому что как вы можете доверять другому, Вселенной, если не доверяете себе? Этот вопрос можно задать себе таким образом. А почему, например, в чем-то я себе не доверяю? Или каким образом я мог бы доверять себе больше? У человека есть большое количество разных суждений, которые мешают ему доверять себе. То есть, которые говорят ему, я не могу себе довериться, или это неправда, или ну, какие-то совершенно нелепые суждения, или это все невероятно, этого не может быть. Вот. Люди чувствуют что-то, а потом отрицают это, или как-то подавляют, или пытаются это как-то утаить даже от самого себя. И происходит очень простая вещь. Человек теряется вот в этом всем мире, теряется в разных суждениях и не знает, куда ему идти, куда ему двигаться. То есть это тесно связано с пониманием самого себя. Потому что когда человек понял, кто он, осознал, какой он, осознал сначала, что есть много различных ролей, бытийностей в нем, потом постепенно человек понимает, какие-то роли отпадают, что-то уходит. И потом человек очищается от всего этого. И он чувствует вот эту свою пустотность, чувствует, что он — это осознание. И вот когда приходит вот это понимание осознания, тогда понимаешь, что на самом деле доверие строится из вот этой чистоты, из состояния любви, безусловной любви. Потому что что такое доверие? Это, можно сказать, как два слова — доверие, да? То есть у тебя еще нету полного знания, но ты уже доверяешь. То есть у тебя уже есть определенное такое чувствование, интуиция еще называют, да, то есть определенное состояние, когда ты понимаешь, что вот так будет правильно, и, соответственно, начинаешь действовать с этим. Но чтобы вот доверять, важно очистить свое сознание от тех вот постулатов негативных, которые мешают доверию. Потому что когда человек доверяет, у него есть чувствование, куда идти, как действовать, что правильно, а что для него неправильно. И, соответственно, в этом состоянии доверия он может быть гораздо эффективнее, чем если у него будет такое ну, вот, состояние делать или не делать, такое постоянное ну, как бы метушение, да, то есть туда-сюда, туда-сюда. Соответственно, у человека не возникает понимания, как ему быть, что ему действовать. То есть, получается, мы достигаем доверия, когда мы очищаем сознание, и у нас появляется вот такое чувство, что вот так правильно, и мы попадаем в это состояние потока. То есть потоковое состояние, когда мы двигаемся, и наше движение, оно как бы увеличивается, появляется больше осознанности, мы расширяем вот это пространство. И мы чувствуем, что мы идем в правильном направлении. Вот это главный критерий. То есть когда чувствуешь, что идешь в правильном направлении, то ты понимаешь, что это действительно твое, что это как раз тот вариант, тот момент, когда ты можешь в этом расширяться. И вот очень важно попасть в это. Попробуйте сделать практику. Прочувствуйте и запишите, что действительно вот вы чувствуете ваше. В чем бы вы хотели преуспевать, даже расширять свое пространство. Это может быть все, что угодно. У каждого это что-то свое. Возможно, ответ не придет сразу. Дайте себе время. Возможно, это придет со временем, как озарение, чтобы вы почувствуете, что вот мое, например, это написание каких-нибудь картин или написание текстов, да, то есть, может быть, что-то придет, несколько каких-то вариантов. Просто прочувствуйте это. А потом, когда вы прочувствовали, посмотрите на это с точки зрения, как вы можете в этом развиваться. То есть, насколько вы можете доверять тому, что приходит вам. Насколько вы доверяете вот этим вещам. И таким образом вы будете увеличивать свою степень доверия. А если появляются какие-то негативные суждения, которые говорят вам, что этому не нужно верить, это там неправда, это невероятно или это не мое, посмотрите, откуда это идет. Возможно, это навеяно какими-то случаями из детства или из прошлых воплощений. И посмотрите, откуда это идет, и уберите эти случаи. То есть с помощью процессинга вернитесь туда, перепроживите их не один раз, а несколько раз. Столько, сколько нужно до того момента, пока вы не почувствуете полное исцеление. Если у вас что-то не получается, то вы пишите мне в личные сообщения, в комментарии. Я смогу подсказать вам, рассказать, как можно улучшить это. То есть, возможно, что-то идет не так.
напишите об этом. Или наоборот, у вас все получилось, тоже сообщите об этом. Это будет как ваша история успеха. Это очень-очень важно. Потому что когда есть доверие, вы доверяете себе, доверяете жизни, доверяете Вселенной, то у вас как раз идет вот этот процесс, то, что мы называем развитие, то, что мы называем трансформацией. И вы попадаете в это состояние потока, и потом движетесь в нем. И жизнь помогает вам сама достигать результатов. Если это видео было вам полезным, то поставьте отметку «нравится», подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, добавляйтесь в друзья в соцсетях, все мои контакты будут под этим видео. И, конечно же, мои видео выходят каждый день, поэтому отмечайтесь колокольчиком, подскажет вам, будет напоминание о моих новых видео. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. А пока посмотрите вот эти видео, которые тут указаны будут слева. Вам всего доброго и до скорой встречи!